Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфри. Видео у меня загружается. Сейчас у меня будут водные процедуры. В моем таком спа. В моем таком спа-ванне. Буду принимать водные процедуры, буду принимать душ. Такая супер-оргазмическая фея. Thank you.
спа-процедуры. Ах, это моя ванная комната. Кстати, оно платит красиво, потому что водичку сейчас протру. Так что вот. Перчаточки надену, перчаточки. Протру водичку. Вот чистота.
сейчас у меня такое будет медитация. Моя королевская кровать, такая медитация, растяжечка. Сейчас посмотрю, загрузилось ли видео. Смотрю, загрузилось. Да, видео уже загрузилось. Сейчас я его там буду брендировать. И размещу на моей странице ВКонтакте, Фейсбука. Это видео я сегодня засняла. Чистенькой водички. Ну и, конечно, волшебство. Очень ранний подъем. Белье мое уже кардиган, я уже стираю мои маленькие машинки. Ну что, я вынесла на прокраду. И такие вот дела. Видео загружаю. У меня это видео загрузила на страницу ВКонтакте. Татьяна Салманова, если не видит, Максим Сайт, видео через Бутик. Сейчас загружаю видео на мой канал YouTube. Ну, а впереди очень много дел, очень много дел. Ну что, наверное, сейчас переоденусь. Такая бодрящая. А, еще чай. Чай я уже попила. Вот. Ну и вообще, подъем это 5 и раньше 5, уже к 7:30 уже, в принципе, здесь не такие большие пространства. В принципе, нужно так ускоряться, чтобы уже все было сделано, дом уже сверкал, уже чистота, уже полный порядок. И так что вот. Есть еще над чем работать. Чай я уже попила, чай не подогнула, чай попила. Так что сейчас переоденусь. Такая небольшая утренняя зарядочка, потом такой бодрящий виток душ в моей ванной комнате, вот такие вот дела, и, конечно, к уборке. К уборке моего волшебного дома, к порядку, мыться, скажем, пол на балконе, так что вот. С вами я, Татьяна Салманова, сейчас я переключу каналы, загружу это видео на мой другой канал YouTube. Сейчас поставлю видео загружаться на мой другой канал YouTube.
канал Ютуба загружается. Что пока загружается, я тут скажу по поводу моих других программ, следующих программ. В общем, душ яркий, такие водные процедуры, такой детокс. В общем, да, приняла мой такой душ, омолаживающий в моей ванной комнате. Ну, вы смотрели, я загрузила там аффирмации по Луизе Хей, вообще, так скажем, ее 21 день. Как бы измени себя, свою жизнь, полюби себя, настрой Сытина. Так что вот, на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сай Путин через дефис. Так что вот, сейчас буду загружать мое видео, это двухчасовое с небольшим, на другой мой канал Ютуба. И будет у меня такая растяжечка, медитация. Так что вот, ну, так скажем, о пользе, например, растяжки, медитации. Так, знаете, как там, в общем, ну, позитивные аффирмации. О позитивных аффирмациях мы с вами уже говорили достаточно, в принципе, много. Так что вот, и смотрите мои вот эти видео, я читаю эти аффирмации из книжки Натальи Борисовны Правдиной. Вот, а так, в общем, будем в одной из следующих или в нескольких, конечно, говорить на эти темы, обсуждать, смотреть ролики на Ютубе, читать книги, в общем, изучать. Также, ну, я до сих пор, в общем, это учусь, изучаю этот вопрос. Так что вот, это моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактум Сай Путин. Немножко чистой водички. Немножко медленно, немножко медленно работает. Ну ничего, сейчас еще. Я несколько лет в Америке занималась спиритуал йога, тоже буду вам рассказывать о спиритуал йога. Делиться своими мыслями на эту тему. Ну что, она хочет какие-то положительные эти пассы, что-нибудь такое положительное, мой компьютер, что-то как-то немножко он вот это вот. Что-то такое положительное она хочет, каких-нибудь положительных аффирмаций, волшебной палочки или еще что-то. Или немножко тормозит. Ну, как Наталья Борисовна Правдина пишет в своих книгах, с техникой нужно, в общем, как-то разговаривать, в общем, техника тоже, знаете, вот она как-то вот так. Стиральной машинкой, намывать ее, в общем, там,
Ну что, немножко он как-то немножко думает. Сейчас тогда я там в комнате беру, там мне нужно убрать одежду. Сейчас иду, он немножко думает. Ну что, как-то он немножко зависает, перезагрузить что ли его надо? Перезагрузить или что? Здесь мы еще уборочку надо будет, уборочкой заняться. Еще думает. Сколько же он думает? Перезагрузить его надо. Как-то он, в принципе, очень долго. Ну что, придется отключить, перезагрузить, потому что очень долго, в общем, перезагрузить придется компьютер. Сейчас он загрузится. Перезагрузим.